Неутомительная процедура, радость от сюрприза. За яркими игрушками идут сегодня маленькие пациенты. Глаза горят, на лицах улыбка. Такое настроение подарил детям Сбербанк и компания-застройщик «Дом солнца». Эта благотворительная акция началась в Сбербанке в 2016 году и выросла из маленькой инициативы группы сотрудников. Уже федеральный проект по всем регионам нашей страны. Коллеги такие же коробки храбрости формируют и передают детским медицинским учреждениям. Пусть наши дети растут здоровыми и послушными, а их звонкий смех звучит как можно чаще. Главный врач медицинского центра Константин Смирнов признателен за благотворительную акцию. Дети каким-то образом могут отвлекаться от тех проблем, которые существуют у них со здоровьем. То есть это очень важно, потому что это тоже стимулирует хорошее настроение к быстрейшему выздоровлению. Краски, трансформеры, конструкторы Лего. Малыши с наслаждением выбирали игрушки. А взрослые, глядя на радостных детей, благодарили организаторов. Стать участником благотворительной акции можете и вы. Для этого нужно зайти на платформу «Сбербанк вместе», выбрать раздел «Коробка храбрости» и нажать кнопку «Помочь». Благодаря помощи неравнодушных людей игрушки в этом году найдут своих хозяев более чем в 100 лечебных учреждениях страны. Коробки храбрости также будут переданы в Бийске, детской городской и противотуберкулезной больницам. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.